Майор Толмов Юрий Анатольевич, командир батальона 18-22 вооруженных сил Российской Федерации. На территории Украины я нахожусь 15 октября 2022 года. Штатная численность подразделения 619 военнослужащих. По факту? По факту примерно 550. Есть ли в батальоне боевые потери? Да, в батальоне есть боевые потери. В состоянии на 6 августа эта цифра приближалась к 25%. В настоящий день, с учетом еще двух боевых дней, эта цифра, я думаю, достигнет порядка 30%. Как давно вы принимаете участие на линии соприкосновения? На линии соприкосновения мой батальон принимает участие с 28 июля 2023 года. То есть за несколько недель у вас потери составили... За несколько недель потери составили практически четверть батальона. Как вы оцениваете подготовку своего батальона? Подготовку своего батальона оценим как крайне неудовлетворительно, потому что подготовка личного состава практически никто не занимался. Занятия по боевой подготовке не проводились, тренировок не было, морально-психологическим состоянием личного состава не занимались соответствующие структуры, что привело, соответственно, к такому плачевному результату, как огромное количество потерь. Какое моральное состояние бойцов, когда они за такой короткий промежуток времени понесли такие потери? Личный состав подавлен и отказывается выполнять поставленные перед ним задачи. Твои люди отказывались выполнять задачи? Совершенно верно. До того, как вы приехали в этот район, где вы выполняли так называемые задачи от руководства Российской Федерации Вооруженных Сил, какое состояние было бойцов? Состояние бойцов от сегодняшнего отличалось немногим, потому что участие в специальной военной операции личным составом не поддерживалось. Цели были непонятны и неоднозначны. Политика правительства Российской Федерации, в частности Владимира Владимировича Путина, воспринимается критически и вызывает большое недовольство личного состава. Встреча. Глаз. Встреча, по-моему, через один, а глаз через десять. Да. Молю. Копье. Юра, все молю, тебе максимально корректно. Так, а копье, оно... Получается, пленный комбат, ё-моё. Давай.